Цены на гречку и овсянку вырастут на 20%. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на производителей. Причина – подорожание зерновых культур. Поставщики поясняют, что окончание урожая не привело к снижению стоимости на него, как это обычно бывает, а наоборот вызвало дальнейший рост. Из-за этого торговые сети тоже будут вынуждены поднять цены, чтобы не создавать дефицита круп на полках магазинов. Основное повышение будет на гречку. В этом году в Алтайском крае, который является главным ее поставщиком, плохой урожай. Остальные же крупы в среднем подорожают на 12-15% в течение 2 месяцев. Меньше всего вырастут цены на рис.